Ну, это... Здравствуйте, сегодня с вами корреспондент Сережка. Ну, это... Сегодня у нас это выпуски. Какие у нас в Украине громовые поезды. Первое. Смотрите, какие есть здесь потолки. Маленькие, неудобные, вообще неудобные. Это вообще. Второе. Ну вы потеете тут еще весь мокрый, а тебя смердит тут как отца. Ну, это в-третьих. Качает, как у Жигуля. Это ну по скачкам. Четвертых. Так вот тут это одни бабульки, самые большие дедульки. Даже это не с кем познакомиться. Это, ну, самый дешевый проезд, ну, это 200 гривен. А если дороже, не по нашим карманам. И поэтому, ну, это в Украине не советую на поезде ехать, а советую купить машину и ездить на машине. Все, пока. С вами был корреспондент Сережка.